Так, новости. Ну, новости у нас прекрасные. На Филиппинах у нас традиционно все хорошо. Вот читаю тут отчеты. Жизнь кипит, бурлит. Так что, ну, я, собственно, каждый раз об этом говорю. То есть у нас на Филиппинах просто все отлично. То есть я все время Филиппины привожу в пример в других странах. Ну, а так что еще сказать? Когда, в общем, все хорошо, я повторяю в очередной раз то, и, собственно, и говорить особо не о чем. Просто вот констатирую факт, что все замечательно. Главное сейчас не снижать активности и также интенсивно развивать систему и дальше. Вот, собственно, и все новости. Ну и в конце традиционно хочу поздравить наших новых руководителей. Вот то, что они появляются постоянно, и то, что такого высокого ранга, тысячники, это, по-моему, лучшее свидетельство того, как развивается система. Итак, хочу поздравить дипломами новых тысячников. Меди Галего, ну, если ударение неправильно, извините. И Марибель Бакулфа. Поздравляю. И всех остальных призываю на них равняться. То есть тоже стараться становиться тысячниками, десятитысячниками, стотысячниками и так далее. Тем более, что все возможности есть. Ладно, тогда до следующего раза. Я еще считаю, что финансовый апокалипсис неизбежен. Мы можем многое.